субботу, 20 июля, в социальных сетях появились фото и видео, где автомобиль наезжает на пешеходов, среди которых женщины с ребенком. Очевидцы сообщили, что в последний момент мать успела отбросить коляску и спасти жизнь малышу. В управлении ГИБДД Башкирии уточнили, что дорожно-транспортное происшествие произошло в Карманово. 51-летняя женщина с коляской и два ее знакомых шли по краю дороги, когда неожиданно на большой скорости сзади на них наехал автомобиль «Форд Куга». Ребенок не пострадал, а сама женщина попала под колеса и была госпитализирована. Машина улетела в кювет. Помощь медиков понадобилась и водителю. Госавтоинспекторы установили, что он был в состоянии алкогольного опьянения.